Ничего не видно на телефоне. Файн где-то. Мам, ты не видела мои очки? Где? В комнате где? Где в комнате где? Я их не могу найти. Где в комнате где? Лабард так рад, счастлив. Где в комнате где? Это положила. Короче, я не могу найти. Крестик нашел. Ты точно в комнате положил? Ну, в какой? В твоей, в своей? Я вообще не вижу. Что у тебя очки твои невидимые. Ты их не видишь. Вот. Да я и те не видел тоже. Куда ты засунул? Опять я на кровати лежать. Не открывай, мне холодно. Да, жарко. Капец, ну ты можешь помочь найти? Ну кровать ищи. И... Да нету их здесь. Нету их здесь. Ну ты когда их убирала? Когда я их брала? Я просто лег спать после ванны сразу. Бля. Нифига не видать. Да, лучше было бы, чтобы ты их убрала. Вон они лежат. Где? О, спасибо. Что ты показал? Иди давай. Чтобы найти очки. Иди отсюда, я сказала. Зато я нашел очки. Иди давай, и ты. Иди отсюда. Шукай. Ты говоришь, отвали. Ну хватит уже, сколько можно? Все. Проваливаю. Работал в саду вчера, а теперь проваливай. Черт, он да не нужен. Работал свою. Все. Вот так государство относится к нам, к людям. И сейчас работал, все. Проваливай. Отработал и проваливай. Также и государство относится к людям. Отработали, проблемы. Пенсию платят, блин, нифига себе. Государство платит пенсию, нифига. Вот это новости, ребята. Вот это новости. Государство платит пенсию.